Так называется исторически достоверная ролевая игра от первого лица чешской компании Warhorse, действие которой происходит в 15 веке в средневековой Чехии, когда она еще была частью Священной Римской империи. В игре детально воспроизведены одежда, вооружение, архитектура и общественное устройство тех времен. Deliverance сразу хочется сравниться с Каримом или с четвертым Фоллаутом, но в действительности, кроме вида от первого лица, у этих игр очень мало общего. Медленный темп геймплея и направление на историческую достоверность в дизайне Deliverance делают эту игру уникальной. Меня зовут Кирилл Нестеров, со мной господин Кабана Песов. А здравствуйте, господа. И Кирилл Каминец. Привет всем. Ну что, вам понравилась эта игра? Да, мне игра очень понравилась. Я когда она только вышла, я ее прошел за считанные дни. Хотя там один Майнквест это 50 часов, почти целыми днями только делал, что в нее играл. Забегая вперед, я скажу, что для этой игры совершенно точно найдется место где-нибудь в двадцатке самых лучших компьютерных RPG всех времен. Если я не ошибаюсь, то Пикдогу эта игра не понравилась. Да нет, я бы не сказал. Просто я не знаю, как по на это шоу, потому что все, что я делал, это посмотрел э, Let's Play Мэдисона 40 минут и запустил еще ее однажды. <laughs> так что не то, чтобы она мне не понравилась, я просто знаю, что в нее сейчас сложно играть с пиратской версией. Ой, господи! Это проблемы э, рабочего класса. Да. Не понять элитным подкастерам рабочий подкастер должен, должен как-то сводить концы с концами и смотреть Мэдисона, как будто это 2008 год. На Ютубе или в летсплеях, я думаю, эта игра будет не очень интересной. Да, она не очень, кстати. Это одна из тех игр, в которые нужно погрузиться. Иными словами, ты идешь в лес и на протяжении получаса охотишься там с луком на кроликов, наслаждаешься атмосферой. Не, я бы ее точно купил, если бы сейчас был где-то ноябрь или декабрь, потому что это идеальное время для гейминга. Сидеть безвылазно в какой-то спячке зимней и геймить. А сейчас как-то уже неловко немного. Я почему-то решил, что она тебе не понравится. Я даже заранее построил стратегию аргументов против тебя. Да ты сё, проплачен Тодом, Тодом Хауэрдом из Bethesda. Ты тот бот шил за то, что ты критикуешь конкурентов Bethesda на подкастах, Тоды e платит тебе копиями Скарима для микроволновой печи. Между прочим, я вот недавно смотрел на Ютубе геймплей Обливиона. Помните, там была такая экспериментальная система искусственного интеллекта, которая называлась Ray. AI. Это когда разные неигровые персонажи заводили друг с другом очень нелепые, неправдоподобные дискуссии. Да-да-да, это во всех старых РПГ было в готике. И везде. Ну, Обливион, кстати, это довольно неплохо сделал, сравнительно с другими играми, которые в то время выходили. Но как раз, по-моему, по сравнению со второй готикой, в Обливионе все это было смехотворно плохо. Но в Готике такие мутные диалоги, типа Да, он правда это сделал, я бы никогда не мог подумать. Если ты стоишь там пять минут, они просто говоря про какого-то непонятного чувака, не называя его имени, что он сделал, это очень, стра очень странно слушать. Но в Обливионе то же самое. Там два разных человека начинают говорить про то, как они вчера видели где-то грязи крабов, которые являются отвратительными существами. И ты думаешь, грязи краб — это похоже на расовый эфемизм. Что они имеют в виду? Некоторые журналисты критиковали Kingdom Come за то, что диалоги в этой игре якобы неравномерного качества и вообще странные и неестественные. Но если честно, я этого почти не заметил, за исключением одной сцены в самом начале игры, когда после вступительной беседы со своим отцом ты разговариваешь с двумя охранниками замка, делаешь фетч-квест, и там действительно такой есть э, элемент аутизма с неловкими паузами и так далее. Но с другой стороны, в реальной жизни люди очень часто ведут себя точно так же, поэтому я не знаю. Но мне нравится любовь к деталям, которые они там сделали. Например, если рядом с каким-то человеком войти в режим стелс, красться рядом с ним и стоять на корточках, то есть ряд замечаний, которые персонажи yeah. будут делать. Типа, это новая игра, или ты там ты в штаны наложил, или что с тобой. У меня такая тема была в Deus Ex, послед... не последнем, а Human Revolution. И где там бабы тебя подгоняют с самого первого Первый эпизод в игре, где ты должен выйти из комнаты, и если ты не выходишь и все осматриваешь, то она говорит там тебе 10 раз, типа что тебе нужно поторапливаться. Да, но это скрипт, а в Kingdom Come это все более эмергентно, так сказать. Mm -hmm, да. Не уверен, что мне зайдет эта игра, только я дождусь ноября, когда будут там все патчи и прочее, и мне будет абсолютно не хотеться жить. Вот тогда я начну играть. Вот я понял, что я действительно люблю эту игру, когда я сидел на коне. Несся в сторону какой-то деревни и ударился об ветку, и эта ветка меня скинула с коня. Да, да. Вот, вот это был тот момент, когда я сказал: Да, вот это мне нравится. Хм. Мне нравится, что если посмотреть вниз, то там видно свое собственное тело. И это не как в Скайриме, где да. игрок представляет из себя плавающий в воздухе меч с рукой. <с Главным дизайнером этой игры является толстый бородатый чех по имени Дэниэль Вавра, или Вевра, я не знаю, как правильно. Оказывается, что в прошлом он поддерживал движение Gamergate. Если кто не знает, Gamergate — это древняя война, в которой десятки миллионов геймеров сложили свои жизни, чтобы у вас сегодня было какое-то будущее. К сожалению, они проиграли. Но если серьезно, Gamergate — это глупый конфликт ни о чем между двумя группами либералов. Ну почему ни о чем? Вполне о чем. Просто одна фракция это были феминистки, которые требовали, что надо делать видеоигры для женщин. Ну, в общем, одна сторона пыталась в политику внести uh, the personalist political, как говорят марксисты а геймеры как бы выступали в роли детей, которые хотели, чтобы их оставили в покое со своей политикой и просто ушли и дали им поиграться. Нет, но все-таки нужно сказать, что большая часть геймеров, они все-таки были либералами. Это такие люди, как Саргон и прочие. Ну, не знаю, не знаю. Агитация всемирного женского геноцида и прославление Элита Роджета. Для этого. Из-за того, что этот человек, Дэниэль Вавра, связал себя с Геймергейт-движением, его немедленно не взлюбили журналисты. Но для справедливости нужно сказать, что у него никаких особенных токсичных как говорят, политических взглядов нет, он не правый радикал, он даже толком, вроде бы, не совсем консерватор. Да нет, конечно. Весь срач был из-за того, что э, журналисты начали писать статьи пару лет назад или полтора года назад, когда игра была в разработке: что в игре нет ни одного черного персонажа. Это вторая фаза срач, да. Да, и, о, и они ожидали, что Бавра извинится и скажет: ну ладно, вот вам, не, вот вам возможность играть за. Но он этого не сделал, и это был неожиданный такой ход, и у всех бомбило долго. Но я посмотрел в то время как раз на твиттер Вавры, и он не такой крутой в плане политический, он не то чтобы даже либерал, а он, например, очень топит против России. Туповатый восточный европеец, да. Ну я думаю, в политическом плане он не очень интересный, а да. вот что гораздо интереснее, он работал над двумя великими играми. Я это узнал относительно недавно. Даже... А вторая какая? Hidden and Dangerous? А, я помню, играл, когда я был ребенком. Да, я тоже. И первая мафия, это вообще одна из О, леген... первая мафия, да. легендарнейших книг. Он был там лид дизайнером. Да, я вспомнил, что первая мафия это чешская игра. Угу. Это очень странно, что самая крутая игра про мафию была сделана в Восточной Европе. А если говорить по-честному, то с точки зрения геймплея в первой мафии все было очень плохо. Еретик. Это ее... Делал ее такой чарующий, потому что там так было все сложно, из-за того, что там езда была невероятно какая-то дико сложная. Да, И нужно да. было проходить уровни, где нужно гоняться было от копов просто 500 раз, или что-то в этом роде. Но... Или помнишь уровень с а, гоночной машиной? Да. да. Но кажется, я играл уже с пропаченную версию, где она была пофикшена. Я неделю проходил этот уровень. Окей, okay, теперь после того, как я узнал, что эта свинья работала над первой мафией, я официально дезертирую к феминисткам. Ты просто ненавидишь все чешское. Kingdom Come Deliverance. Почему-то у восточных европейцев почти так же, как у японцев, есть мода на совершенно отвратительные англоязычные названия для игр, которые ничего не значат. Ну почему э -э название ну из Очи наш придет царствие твое? Да, но что рисуется в твоем воображении, когда ты слышишь это название? Название само по себе неплохое, но оно не подходит этой игре совершенно. У меня вызывает ассоциацию с каким-то либо чем-то про крестовые походы, либо какая-то апокалиптика типа Диабло там или что-то такое. И это звучит как название чешского порнофильма, потому что Чехия только этим и славится — хорошими играми и порнохами. Ну, не знаю насчет играми во множественном числе. Ну, восточные европейцы изучали язык по названиям э, альбомов э, черного металла да, аниме. И, и аниме, да. <свят> Переводом аниме. Кстати, там реально такая сложная боевка, как они описывали в трейлерах. Было бы неправильно говорить, что местная боевка похожа на Dark Souls. Но у нее есть определенное сходство в том смысле, что здесь тоже нужно понимать нюансы игровой механики. Если ты не понимаешь, как работают сражения, то тебя немедленно сравняют с Землей. Но я бы сравнил не с Dark Souls, я бы сравнил это скорее с этим. Тоже же средневековый симулятор от парадоксов War of the Roses. Которая, если я не ошибаюсь, сделана на движке Mountain Blade. Ну, там модернизованный сильно. Ну, базовая система похожа, да. Ну, в Kingdom Come тоже немножко похожа на Mountain Blade, так что все, кто играл в Mountain Blade, должны, в общем-то, справиться. Вообще мне очень нравится боевка в Kingdom Come, наверное, моя самая любимая мили боевка э, из всех подобных RPG от первого лица. И, кстати, пока мы говорим об этом, вот про тип профессиональный совет от элитных геймеров уровень Повелитель войны. В этой игре туториал длится около трех часов, и он заканчивается только когда вы прибываете в город, который называется Ратай. И тренируетесь с капитаном Бернардом на мечах. Это очень важно сделать, потому что без тренировки ваш персонаж не будет уметь парировать. Ну, мне вообще очень это нравится, то, что э, туториал так затягивается, но нет ощущения, что это как бы искусственно. Да, а да. действительно, то, что игровой персонаж, он в самом начале, э, ну, действительно молодой лошок, который ничего не умеет, который ленивая скотина, которая бухает все время. Который проводит время со своими друзьями и подружками. Да. И никакой ни герой, ни воин, ничего. Да, в этой игре есть редкий ачивмент на Стиме. Пройти игру от начала до конца, оставаясь девственником. Что, кстати, весьма сложно. Профессиональный геймерский совет, уровень повелитель войны. Когда основной сюжет приведет вас в город под названием Уржиц, там в таверне местный священник, который является очень странным типом и живет с двумя сожительницами. Это ваше первое предупреждение. Так вот, когда этот священник предложит вам выпить, скажите нет. В противном случае это запустит цепь событий, в результате которой вы не получите ачивмент. Все говорят, что этот квест со священником, он вообще самый лучший в игре. А я? Нет. У меня спич был слишком высоко прокачан. Мне не надо было пойти с ним бухать, чтобы он согласился помочь мне. Mm, даже так можно? Да. Mm, а чем все заканчивается, священник тебе? Почти морально. Или он смотрит, как ты что-то в этом роде? Если ты согласишься с ним пить, то они все, включая сожительниц, абсолютно нажираются. Они забираются на крышу местной церкви, и кого-то оттуда тошнит, потом они устраивают оргию. В результате ты просыпаешься в канаве. А потом можно бухим читать проповедь. И проповедь, что интересно, обладает ярко выраженным тоном левого популизма. У попов слишком много денег и так далее. Ну, в игре, кстати, несколько же намеков на Яна Куса и его протестантское движение. Да, я так и думал, что там про Гуситов будет весь сюжет. Нет, там несколько намеков. Мне кажется, что следующая часть, возможно, будет больше э, связана с Гуситами. А там будет следующая часть? Да, они уже изначально хотели трилогию сделать, но Kingdom Come Deliverance, как бы они сказали, что в нее входят уже первые две части сюжета, а третья будет отдельной игрой. Да, но какие аргументы насчет того, что почему эта игра лучше Ведьмака? Давайте приступим к Ведьмак срачу. Ведьмак явно выигрывает в кинематографичности. Так, ну, Ведьмак рейтинг это мое хобби. Должен сказать, третьего Ведьмака я не прошел, у меня хватило минут на сорок. После этого я просто не выдержал. Тебе не понравилась боевка, что ли? Во-первых, боевка просто невыносимая. Я терпеть не могу. Да, она не очень хорошая. Во-вторых, квесты какие-то рассчитанные на полных олигофренов. Квесты состоят из того, что ты включаешь свои волшебные суперспособности, видишь какие-то следы, должен идти прямой дорогой, потом еще раз включаешь свои магические суперспособности, потом с кем-то дерешься, и все и то что с самого начала на карте все отмечено все интересные места да это наверное самое большое упущение ведьмака абсолютно отсутствует какое-либо чувство того что ты открываешь что-то эти квест маркеры которые еще хуже чем в Скайриме, которые просто за ручку тебя ведут mm -hmm. к цели я такое вообще терпеть не могу это не рПг это какое-то интерактивное кино получается. Все подшучивали над квестовым компасом в Обливионе, в Скариме, в Фуллауте и так далее, но Ведьмак действительно возносит э, эту дерьмовую механику на принципиально новый уровень. Разработчики построили невероятный, огромный открытый игровой мир, который тебе совершенно не нужно исследовать, потому что все, что для этого требуется, это подойти к ближайшей доске объявлений и нажать кнопку Use. Там есть такая механика, которую они не совсем хорошо имплементировали, но там был был задел под нее, где ты послушаешь разговоры всяких крестьянок, и так ты обновляешь свой квест. То есть, если ты не услышишь, о чем они говорят, ты не знаешь место, куда тебе надо идти. И это в паре квестов есть такая. Ну, это, кстати, не как бы не инновация, это во многих играх. Ну, есть... понятное дело, но и в общем-то в жанре считается довольно ленивым приемом. Во втором, который несколько квестов решаются да. подобным образом. Ну, это лучше, чем Fallout, 3, в смысле но все-таки сколько усилий потратили разработчики, чтобы построить огромный игровой мир ведьмака, а потом какой-то кретин дизайнер решил сделать местную версию радиовышек из-за игры Юбисов угу. и это полностью убило все элементы исследовательского геймплея. Ну да. Тут есть аргумент, что это немного йоба, да, то есть это хороший термин, который все забыли, который я запомнил с моего какого-то детства, когда я сидел на гейберских форумах. Йоба это youth-oriented, быдло-approved. Странный русский термин, который пишется по-английски. Ну вот. И Ведьмак 3, очевидно, такой, но это хорошая йоба, так или иначе. А еще меня раздражало в Ведьмаке очень, что если ты вдруг решил пойти не туда, куда квест-компас тебе показывает, а свернуть, не дай бог, в какую-то дорожку не ту, встретишь вдруг противника, который на 5 уровней выше тебя, и все, игра закончена, потому что ну, ты физически не в состоянии его победить, это нереально. Ну, вообще-то это норм, потому что в Йобе как раз обычно автолевелинг, и все монстры подстраиваются по твой левел. Левел скейлинг — это плохой дизайн, но э, этот дефект был особенно я. Ярко выражен в «Обливионе» и в третьем «Фоллауте». Но проблема «Ведьмака» — это даже наоборот, там слишком большая разница между уровнями. Да. Ты дерешься с какими-то ободранными бомжами, которые на четыре уровня выше тебя, и по ним нужно нанести 30 ударов, чтобы они, чтобы они тебя заметили. Это только подчеркивает негативные стороны скучной, унылой боевки в «Витчере». Ну да, но суть вечера не в боевке, а в, например, сюжете про трех старух, которые просто гениальны. Ну и про всякие мелочи, типа, не знаю, если ты начинаешь мутить одновременно с Трис и с Енифер, то они сплачиваются и подставляют себя, и ты ни с кем можешь, не можешь в итоге закончить любовную линию. Но вечер 3 это 200 часов геймплея, из них 70 это боевка. Вот в чем проблема. Ну да, боевка это как какая-то рутина, которую ты должен пройти, как, не знаю, как рабочий день. А в Kingdom Come боевка — это, ну, каждый бой интересный по-своему. И нету такого, что у тебя ощущение, что ты дерешься, и это какой-то тупой грандинг. Да. Как бы вот, ну, я, окей. вот я могу пойти в лес, охотиться на кроликов, как сказал Кирилл, и на обратном пути я встречу какого-нибудь бандита. Или даже двух. И два бандита — это в начале игры — это реально огромная проблема, с которой надо еще как-то справиться. они просто один раз махнул мечом, и все умерли. И надо думать, надо смотреть, куда ты идешь, и все такое. И еще, что отличает Kingdom Come от Skyrim, например, то, что нельзя просто так, пока ты в бою, зайти э, там, в инвентарь, надеть другой доспех, взять другое оружие. Это нельзя сделать. Ну, вообще-то там есть такой элемент. Вот, например, когда ты ночью подкрадываешься к лагерю половцев, заходишь в свой инвентарь, снимаешь с себя штаны, ну, э, да, шпоры, да, да. доспехи, шлем и так далее, чтобы подкрадываться, не издавая звуков. Но да, в игре крутая боевка. Ты умираешь быстро, и враги умирают быстро. Нет такого, как во многих РПГ, что реально по сто раз надо мечом в голову ударить кого-то, чтобы он умер. А если противник без доспехов, то, в общем-то, одного удара достаточно. Вот одна вещь, которая реализована лучше в «Ведьмаке», это кинематографичная кровавость. Когда Геральт машет мечом, у всех вокруг отлетают конечности и так далее. В Kingdom Come вообще почти нет крови. Ну, там есть, но там ее совсем мало. Я даже не знаю, насколько это реалистично в контексте э, средневековых баталий. Ну, для этого есть моды. Еще одно преимущество Ведьмака заключается в том, что к нему уже вышли две э, DLC. И они очень крутые с точки зрения сюжета. Но, с другой стороны, даже без DLC, Kingdom Come ⁇ это гигантская игра э, на 70-80 часов. Особенно если делать побочные квесты. Вот, между прочим, интересный недостаток исторически достоверных игр, который заключается в том, что в них менее интересные ландшафты и а, окружающая среда. Например, третий ведьмак начинается в а, каком-то пасторальном месте с березками, похоже на Русь и так далее. Но потом ты путешествуешь в вне Скандинавию, вне Новгород, вне Францию, а, в какие-то фантастические миры то есть, есть определенная вариативность. С другой стороны, весь Kingdom Come выглядит, как будто он происходит в Подмосковье. Ну, надо сказать, Kingdom Come, он и происходит на 15 квадратных километрах в Чехии, в определенном регионе, и это сделано абсолютно реалистично. Если по сателлитной карте через Google Maps сейчас смотреть, то, в общем-то, можно узнать все. Но все равно, во всяком случае, в визуальном отношении ландшафты в Kingdom Come менее интересные. Ну, не знаю. Мне кажется, очень, особенно леса, они очень живые. В Witcher мир какой-то совершенно стерильный. Он кажется абсолютно мертвым, статика какая-то, ничего не происходит. А в Kingdom Come как бы всегда что-то, звуки, всякие чорохи непонятные, животные бегают. Небо очень красиво сделано, особенно ночное. Вот что в Kingdom Come очень правильно сделано в отличие от многих RPG, то что ночью ни хрена не видно. Ну, Но там ночью практически нет никакого геймплея, кроме воровства. Ну, можно с факелом ходить. Единственная причина куда-то идти ночью, это если вы хотите что-то украсть или вонзить в кого-то сзади нож. Ну, это реалистично. Если бы была онлайн-версия, то можно ходить с факелом делать там белонационалистские американские митинги, которые плохо заканчиваются. Кто-то на карете задавил жирную бабу. Ну да. А там можно сделать э, <laughs> спенсерскую челочку? Два дня назад вышел патч, который что-то там делает с прическами, но я еще не разбирался в этих э, механиках. Mm. То есть там нельзя изменить главного героя, но при этом он вообще не примечательный и no name, так ведь? Да. Ну, это как командир Шепард в Mass Effect, У него есть своя личность, но ты можешь подтолкнуть его в том или ином направлении. Да ну всегда какие то черты характера все равно проскальзывают определенные да, да. поведение определенное эм... там есть несколько ситуаций в которых генри главный герой на ровном месте из за особенностей своего характера создает для себя очень большие проблемы да но он такой простой паренек прямолинейный добрый как бы в принципе да из за этого убийцы генри не очень приятно играть да 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 ну вот, разнообразие даже в самом начале уже, это просто что-то. Я знаю как минимум 5-6 способов первую часть туториала закончить, как когда надо э, для отца вернуть там молоток и гвозди. Да, можно украсть топор, можно собрать в окрестностях миллион разных трав и цветов, потом продать их на рынке и э, купить таким образом уголь. Да. Можно уговорить э, должника вернуть деньги, можно избить его и забрать деньги, можно сказать твоим пацанам, чтобы они помогли тебе его избить, можно открыть замок в его доме отмычкой и таким образом забрать то, что тебе принадлежит обратно. Там полно способов решения проблем. Угу. Возвращаясь к ведьмак срачу, я терпеть не могу отвратительный интерфейс третьего Ведьмака. Мне нравится, что там в углу экрана перманентно висит объявление, что для того чтобы взмахнуть мечом, нужно нажать левую кнопку мыши. Mm -hmm. То есть, если вы после 60 часов игры забыли, как махать мечом, то вы можете просто посмотреть в угол экрана, и вам все сразу станет понятно. Очень удобно, да? Вообще в интерфейсе Ведьмака есть куча элементов, которые просто засоряют экран. А в Kingdom Com наоборот весь интерфейс состоит из одной небольшой панели внизу. Да, это очень классно. Да. Ну и вообще все действия, которые происходят, они не просто, как в современных играх, есть такая на борде про видеоигры на Форчане, V, есть такая картинка, которая, мем такой очень популярный, там типа пародия на современные игры, и там в центре большая надпись «Press X to not die». Ну да, да. И такого в, в Kingdom Come вообще нет. Да даже вот что мне ужасно понравилось просто, это алхимия. Там отличная система алхимии, да. Если сравнить с каким-нибудь Скайримом, например, где алхимия состоит из того, что ты подходишь ко всем этим инструментам, заходишь в меню, нажимаешь на два ингредиента, и все. То в Kingdom Come там действительно надо ог огонек поджечь, перемешивать, перемалывать, mm -hmm. в определенном порядке все кидать. Да, да, да. Для того чтобы выучить рецепт, сначала нужно заплатить за уроки чтения, потому да. что Генри не умеет читать. Потом нужно манипулировать этим алхимическим столом, постоянно сверяясь с рецептом. Да, еще мне нравится, что если э, совершить какую-нибудь маленькую ошибку, то это не значит, что все пропало, а просто будет меньшее количество зелья, или оно менее эффективно. Ну вроде игра просто прощает тебе одну ошибку. Если ты все идеально делаешь, то тебе дают три бутылки зелья. А! А если там, если там какая-то мелкая ошибка, то две. А если там побольше, если там больше ошибок, то одна бутылка всего. А если еще больше ошибок, то ничего не получается. Неужели я ни разу не получал больше одной бутылки? Черт. Кстати, вот еще один элитный геймерский совет по поводу этой игры когда ты кого-нибудь убиваешь в Kingdom Come, то ты можешь забрать с его тела все предметы, то есть все его говно. Доспехи, оружие, еда, одежда, деньги. Но я рекомендую брать с трупов только те вещи, которые вы планируете использовать сами. В противном случае вы слишком сильно разбогатеете, продавая весь этот хлам, и игра станет немного менее интересной. Кстати, еще раз, сейчас, ты сказала снимать одежду с трупов, что мне довольно прикольная система это система э, грязи и крови. А, да. Например, если ходить в очень грязной одежде, это влияет на то, как вас воспринимают люди, да. и они будут хуже относиться. А если, например, оружие, если окровавленный топор с собой носить, то люди будут больше бояться, и спич чеки, которые основаны на страхе, будут лучше получаться. Нужно специально пачкать свой меч в крови. Я думал, наоборот, это делает его менее эффективным. Но это поднимает рейтинг Intimidation, который нигде цифры не написан, но это его повышает, и это повышает успехи проходить спич-чеки. Да, в этой игре вообще есть целый бизнес, который называется... Да, да, -да. Ты да. не помнишь, Кирилл, как он называется? Baths, бани. Да. В каждом городе, даже в небольших деревнях, есть огражденное здание, в котором работают женщины, которые за небольшие деньги помоют тебя, постирают одежду и вылечат раны. И это нужно делать как можно чаще, потому что люди будут относиться к тебе существенно лучше, если у тебя чистая постиранная одежда. И проститутки там тоже. Да, но это ни в коем случае Нельзя делать, потому что тогда вы не сможете получить ачивмент. Кстати, вот еще одна вещь про этот ачивмент и про качество диалогов в игре. В самом начале, где-то на втором часу трехчасового туториала, Генри вынужден бежать из своего родного города из-за его преследуют половцы, ему в задницу вонзается стрела, у него едва получается достичь на лошади другого замка, там стрелу удаляют и Генри теряет сознание. Ночью к нему в комнату приходит жена местного лорда и начинает говорить очень странные вещи, неподходящие вещи, про то, что ее муж слишком старый, что ей неинтересно с ним. Эта ситуация очень неловкая, потому что Генри буквально несколько часов назад потерял семью, его дом сожгли, он был ранен в задницу. Плюс он девственник. И эта дискуссия, но она совершенно неуместна. И Генри пытается неловко направить разговор в, в другом направлении. Это очень неудобная сцена, но еще очень интересная, потому что в ней присутствуют эмоции, которых обычно нет в видеоиграх. Да, потому что, например, в Ведьмаке главный герой это такой Чет, да. э, который вообще супергерой. И все бабы его хотят, он их собирает как карты. и Это не так интересно, как играть за соуша или Генри. Кстати, а ты возвращался потом к, к этой жене ее квест? Проходил? Да, 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 там можно потерять ачивмент. Но получить красивую рубашку. А, кстати, у меня есть аргумент. В общем, единственная геймер-герл, которую я знаю э, в реальной жизни, она большая фанатка Ведьмака. И я у нее спросил, значит, э, будет ли она покупать... Э, Kingdom Come на свою приставку я хотел просто поиграть с нее, потому что мне было в лом покупать самому. И, к моему большому сожалению, женщины не воспринимают эту игру. Не, совершенно, вообще. да. Я это тоже заметил, им это неинтересно. Ну, игра действительно очень сильно рассчитана на э, демографию мужских геймеров, как бы, как так сказать. Слушайте, я сейчас смотрю в Стиме на статистику одной знакомой женщины, и у нее 115 часов в Kingdom Come. Женщины? Точно женщины? В кавычках мейл. Нет. Женщина мейл. Ну, кстати, это тоже один плюс, который я хочу дать Kingdom Come, что там нет, ну, там реализм, там нет такого, что бабы бегают с мечами, там всех убивают. А ну, в Ведьмаке тоже нет. А, Сирии? А, Сирии? Мне послушал, как в Сирии, как э, феминистские курды. Ну да, это реалистично отличие от Сирии, ну да. Ну Сирия это единственная баба, которая там кого-то убивает. То есть у нее какие-то магические способности, она какая-то там избранная богами или что-то такое. Ну вообще-то там есть волшебницы, хотя они более сложные персонажи. Да, то есть там все довольно стандартизировано по гендерам. То есть бабы все волшебницы, мужики воины. Вообще третий Ведьмак очень любим русским народом, и, наверное, да, они... нам лучше его сильно не атаковать. Нужно обсирать Skyrim, например, лучше или что-то в этом роде. Да, но все уже слышали все про Skyrim. Ну, Skyrim это, это как избивать коллегу. Это кстати, про Ведьмака я должен сказать, это не из первых рук, а со вторых, мой приятель, который очень сильно любил Ведьмака, и когда он играл, ну, нахваливал, но в конце он сказал, что концовка — это самая ужасная концовка в истории видеоигр. Третьего Ведьмака? Серьезно? Да, третьего, да. Там вообще-то великолепная концовка, я ее проспойлерил для себя, мне очень понравилось. Мне тоже зашло я даже толком не знаю концовку, но мой приятель, который сначала обожал игру, сказал, что концовка испортила игру навсегда, и теперь он ее ненавидит. Типа, что абсолютно все, что ты делаешь, не играет никакой роли в конечном итоге, и ноль вообще реакции из в мире на твои действия. Но эмоции третьего ведьмака, они про отношения между Геральтом и его приемной дочерью, и эта история как раз может закончиться очень разными способами в зависимости от того, какие решения ты принимаешь. Ну, я помню на моем прохождении все зависело от того, буду ли я играть с ней в снежки или нет в один момент, и от этого менялась вся концовка. Если ты э, показываешь какое-то внимание к ней, то в конце она примет одно решение, а если нет, то другое. Не знаю, может быть, для некоторых людей это все кажется очень произвольным, но меня это убедило. не знаю, я, я бы сказал, моя главная критика Ведьмака — это то, что это не РПГ. Это экшен РПГ, это, это типа, не знаю, на, на уровне, это настолько... Mass Effect. Это на, настолько же РПГ, насколько Диабло РПГ. Ну, чем плохо diablo то Ну, все таки в Ведьмаке больше РПГ-систем, чем в Диабло. Да. Еще, кстати, вспомнил, Крафтинг в Ведьмаке меня бесит просто невероятно. Да, типа заплатите 5 баксов, чтобы получить нормальную какую-то руду, которую заебешься потом искать. 10 руд, из них получится один меч. Mm -hmm. Ну да. Ну, кстати, надо сказать, это немножко и критика в адрес Kingdom Come, потому что по сюжету мы как бы эм, сын кузнеца, и вначале он там помогает отцу делать меч, но нету в игре ни одного момента, где мы использовали бы наши навыки кузнеца. Да, да. Из предыдущей жизни Генри не вынес для себя ничего. Он не умеет работать на кузне, он не умеет читать, он не умеет драться. Но что он умеет, это бухать. Да. И, и в игре бухать — это действительно полноценная игровая механика. Да, это полноценный навык со своим деревом перков. Да, и перки там просто шикарные. Мне очень нравится перк «Настоящий славянин». Да. Ты начинаешь ходить на корточках? Нет, но можно пьянеть с половины бухла. Ну, ничто не мешает делать это на корточках. И похмелье длится в два раза меньше. Да. Было бы прикольно, если бы выпустили мод на... Развили эту механику с девственностью. Если ты там до 10 уровня девственный, то ты, у тебя открываются магические способности. Как в реальной жизни. Ты становишься великим чародеем. Да, как в реальной жизни. Да, то есть это нереалистично, если честно, что девственники там не кастуют фаерболы. Два из десяти нереалистичная игра. Там еще есть такой MG перк. Если ты долго не мылся, то твой мужской запах начинает привлекать женщин. Но отталкивать мужчин. Какая-то наука уровня Дэвида Ширата. Славянский пикап. Всегда работает. Нет, ну вообще еще про бухло. Мне очень нравится эта механика, что когда ты слишком много бухаешь, ты как бы, ну, теряешь сознание и просыпаешься где-то. И вот там такие моменты интересные по иногда появляются. Там такие еще есть, я не знаю, как это в русской версии называется, accidents, ну, аварии, типа. Это всегда какие-то разные странные ситуации, там, типа, разбитая карета, У -у -у мужик <з tud> со стрелой в голове. И вот я как-то нажрался, шнапса И потом проснулся в лесу, в яме, и рядом как раз лежал мужик с простреленной головой. И вот я просто, вот я просто представил, как Генри себя чувствует, когда он просыпается с жутчайшим похмельем, а рядом с ним лежит мертвый мужик. Как бы это лучше сказать? Исторически крутые RPG очень часто выходили сырыми, боговыми, дисфункциональными, практически неиграбельными, без нескольких патчей. Это Fallout 2, это Arcanum, это Vampire Masquerade Bloodlines, это тот же, Котор 2. Угу. И, к сожалению, Kingdom Come не исключение. Сейчас мы записываем это через полтора месяца после релиза, и разработчики уже выпустили два патча. Четыре же. Два больших и два маленьких патча. Так или иначе, ситуация с багами сейчас гораздо лучше, чем на, чем на релизе. Но, скажем так, когда эта игра только вышла, со мной случилось в общей сложности три критических бага. Два с основным квестом, то есть я буквально не мог продолжить основной квест, он был запорот. И один баг с сохранением. Если ты выполняешь один из сайт квестов, то ты больше не можешь загрузить игру. Сохранить можешь, а загрузить нет. Круто. Мне все это прям напомнило серую дождливую Россию конца 90-х, начала 2000-х, когда ты идешь на Гагаринский рынок у метро Ленинский проспект и покупаешь на вес в палатке компьютерные игры. Baldur's Gate 2, Torment, Агония власти. А потом оказывается, что купленная копия Арканума это на самом деле утекшая в сеть альфа-версия, и она вообще совершенно неиграбельна и так далее. Я не знаю, вот, да, многие говорят, но у меня не было ни одного крупного бага, который сломал бы игру. Единственный баг, который у меня был, ну, в самой первой версии игры, это когда надо вылечить деревню. Да-да-да, у меня тоже этот баг был. И этот квест у меня не работал, потому что, когда я раздал там лекарства, после этого ничего не происходило. Но это единственное крупное было. А с мейн-квестом у меня все в порядке было. Кстати, у меня есть Guilty Pleasure, это Dragon Age, я понял. То есть, моя любимая RPG это Dragon Age wow. Origins. Wow. Я не боюсь в этом признаться. Wow. Это мой coming out. Пикдог, это останется твоим секретом. Я удалю это стыдное признание из финальной версии. Хорошо. Иначе э, от моего канала все отпишутся сразу же. Да. До первого стрима. Первый Dragon Age был так себе, а в остальные я не играл. Я был типа девятиклассником и проебывал в школу зимой. И из этого у меня такие теплые воспоминания. У меня был больничный какой-то огромный. Отличное время. Вы знаете, когда вы читаете классическую русскую литературу Толстого, Достоевского, Булгакова, ценность классической литературы не только в историях, которые она рассказывает, но еще и в том, что в этих книгах всегда есть тысячи мелких деталей, которые описывают быт тех времен. То же самое и с этой игрой. В Kingdom Come хорошая боевка, интересные персонажи и квесты, но помимо этого она представляет особую ценность из-за детального описания экономического состояния и быта средневековой Европы. Она создает очень живой мир. Вот, например, одна маленькая деталь. В практически каждом живом доме, там, в гостиницах есть такая огромная кастрюля с супом вот многие вначале там типа критиковали, что это вот такая реалистичная игра, это так нереалистично, что в каждой гостинице просто огромная кастрюля супом, и любой может подойти, и из нее есть. Но это действительно было такое. Я не знаю, как это по-русски называется, по-английски это Perpetual Stew называется. И это действительно по полгода одна кастрюля, и туда просто каждый раз клали еду, которая оставалась где-то. И, в общем, там суть была в том, что кастрюля никогда не съедалась до конца. И всегда что-то добавляли туда. И это продолжалось месяцами. В 2015 году один нью-йоркский ресторан это попробовал тоже, и они 4 месяца это делали, и тоже вполне нормально. Так происходит в каждой столовке школьной до сих пор. Они поддерживают эти традиции. В общем, очень много таких мелких деталей, которые поначалу вообще даже не воспринимаются, но если чуть больше узнавать, то это все абсолютно правдоподобно. Что мне, кстати, очень еще понравилось квест, который все, кого я слышал, читал, все ненавидели квест в монастыре. Я еще не дошел до него. Ну там, в общем, нужно проникнуть в монастырь, найти, я попытаюсь без спойлеров найти одного человека, который скрывается там, под, а, делает вид, что он тоже просто монах, и нужно его как-то выявить. И в общем там. Можно всех убить, а можно просто пожить в монастыре как монах. И это настолько просто классно, и можно так погрузиться в этот монажеский быт. Я, когда делал этот квест, я неделю просто там жил как монах. Единственное, что я сделал с этим монастырем, это я проник туда и обворовал монахов. Там куча-то тоже мелких деталей в монастыре. Там можно, если в определенное время ночью пойти в подвал, можно найти бухающих монахов. Ну, очень классно сделано. Мне кажется, что вот эта детальная картина средневекового быта потенциально может сделать подобные игры инструментами для обучения, инструментами для преподавания истории. Например, что меня во многих РПГ очень раздражает, это то, что протагонист всегда какой-то особенный. То, что он какой-то там избранный, там пророк, тайный король на самом деле, и Dragon Brown, и прочая такая херня. И что практически нет RPG, где можно просто за обычного человека поиграть. Естественно, тут тоже есть и сюжет, и в конце сюжета тоже оказывается, что мы не не такой еще простой крестьянин, э, но тем не менее большая часть игры происходит под впечатлением, что мы самый обычный человек, который ничем не отличается от крестьян, у которых мы воруем, от которых мы квесты получаем, и это создает такую погружность, которая, опять же, делает этот мир очень живым и очень сильно поддерживает то, что ты сказал, то, что можно познать этот мир как бы изнутри. Кстати, кстати, еще одна, я сейчас просто вспомнил, одна классная деталь. Можно отравиться испорченной едой и вылечиться. Есть два, ну, три способа. Первый — просто подождать. Второй — это зелье лечебное. А третий — это сесть на туалет и хорошо просраться. Я этого не знал. Да, это ту туалеты в игре для этого и существуют на Ты, наверное, видел, что на них можно сесть, но как бы ничего не происходит. Но если у тебя пищевое отравление, ты садишься на туалет, ты можешь хорошенько просраться и вылечиться. Кстати, я заметил, что в некоторых замках, например, в том замке, где в начале игры находится твой босс э, Сирадзиг. Там туалет расположен в коридоре. То есть есть две жилые комнаты, кухня, а в коридоре между ними находится туалет, который никак не прикрыт, никакой дверью, никакой шторой, ничем. Ну, кстати, это тоже классно сделано. Замки действительно реалистичные. Замки так выглядели. Замки были настолько маленькими, насколько это позволяла ситуация, это ужасно дорого. Да. И они не были такими роскошными дворцами, которые появились только на несколько сотен лет спустя. Как, например, в Скайриме каждый замок — это, блин, какой-то дворец, который Людовик XIV построил бы по себе. Да-да-да, и в нем живет четыре человека. Да. Тодд! Ну вот, я считаю, что главное достижение Kingdom Come — это то, что они открыли новую дорогу в современности для РПГ. Да. РПГ от первого лица — это последние 10-15 лет, это всегда Бетезда, это всегда такая неисторичность, какая-то фантастика, всегда прямолинейные тупые квесты, которые писал пьяный третьеклассник. Разве это не странно, что у нас до сих пор вот только одна такая историческая игра? Да. Может показаться, что история и компьютерные игры должны идти рука об руку, но нет, на практике исторические игры очень редкие и в основном являются стратегиями или шутерами. Да. В русской звездной империи, когда мы ее построим, мы наладим производство исторических игр и будем использовать их в системе образования, а также продавать геям-иностранцам с наценкой в 56%. Вот интересная вещь. В разработке Kingdom Come участвовало несколько профессиональных историков. Мне пришло в голову, что создание таких вот исторических игр может стать механизмом, при помощи которого можно финансировать труд, финансировать исследования, которые проводят русские академики, да. которые занимаются русской историей. Да, абсолютно, я согласен. Kingdom Come, как бы вообще первая игра, которую я знаю, которая совмещает три вещи. Это, во-первых, историческая достоверность, потому что она в этой игре высокая, как ни в одной другой. А второе, это то, что... А, и еще одно, Кирилл, я да. тебя перебью. Да. Но все-таки в этой игре есть определенные заигрывания с аудиторией. Например, я заметил, что в английской версии многие персонажи носят западноевропейские имена. Например, Сир Ханс, угу. в то время как в реальной жизни у него было западнославянское имя. Да, не, ну есть, конечно, такое, и в геймплее, конечно, некоторые уступки просто необходимо делать. Да, да. Но эта игра объединяет историческую достоверность, как бы такой классический хардкорный rpg шный геймплей, в котором нет, э, нажми на кнопочку, чтобы выиграть. И одновременно игра очень красивая. Да. И игра просто офигительно красивая. Смотреть на закаты это просто удовольствие сплошное. Да, и в городах в этой игре живет больше пяти человек. Да. Невероятный научно-технологический рывок вперед в РПГ индустрии. Тодд Хауэрд наверняка захочет украсть чешские секреты. И, в общем, я надеюсь, что Kingdom Come вдохновит очень много подобных игр. Игра уже продалась больше полтора миллиона раз. Это довольно круто, учитывая, что это проект с кикстартера и никаких особенных денег за ним не стояло. Да, и что эта игра вдохновит очень многих разработчиков на то, что да, можно делать хардкорную РПГ для поклонников классических РПГ, но при этом все равно делать игру неимоверно популярной и классной. Mm -hmm. Да. Ну вот и все. Kingdom Come Deliverance. Сохраняйте свою девственность, и мы увидимся с вами через неделю.